В этом зимнем туристическом сезоне Печора-Илыческий заповедник вносит два важных изменения. До одного из семи чудес России, плато Мань-Папунёр, можно будет добраться всего за один переезд. А проезд по территории заповедника сокращается с 5 дней до одного. Также посещение охраняемой территории начнется с первого дня Нового года. Ранее туристов начинали пускать лишь в феврале. Обо всем подробнее Анастасия Тюрнина. На Мань-Папунёр по новому маршруту. Снегоходный путь, кордон Полой, кордон Шешин-Печорский. Плато Мань-Папунёр этой зимой перестанет действовать. Вместо него гости со стороны Республики Коми смогут добраться до каменных болванов со стороны Устьляги. Причин таких изменений несколько. Первая – безопасность. Теперь туристам не придется добираться по реке. Водные переезды есть, но они небольшие. Вторая – сокращается время пребывания. Если ранее по заповеднику туристы двигались 5 дней до плато и обратно, то сейчас они уложатся всего в один. Еще 2 дня потребуется на путь от Еремеева до Ляги. А это значит, что все путешествие от Ухты до плато Мань-Папунёр и обратно займет всего 5 дней вместо прошлых 7. Таким образом, Коми сможет конкурировать с Ханты-Мансийским округом и Свердловской областью. Наша республика сможет полноценно развивать это направление. Мы перенаправляем этот турпоток весь на Илыч, да, на Лягу. Вот. Как одно из следствий этого будет, это развитие деревень Приуральский поселок и деревни Еремеева, где туристы будут пересаживаться. Потому что по Печоре у нас, когда люди едут, они поселок Комсомольской Печоре, они его проезжают, последний населенный пункт. Вот, остановки там нету, и, соответственно, как бы, ну, нет развития экономики местной. Здесь же мы планируем, что будет развиваться еще и местная экономика, то есть создание тех же самых рабочих мест, в общем, и развитие, ну, вот, местных деревень. Гостиничные услуги, питание, экскурсии – все это уже готовят жители поселков для гостей. Посетить не только одно из семи чудес России, но и впивать в полной мере колорит республики. Еще одна причина изменения маршрута на Мань-Папунёр – теперь он пролегает на территории заповедника более удачно, почти не затрагивая миграционные пути обитающих в заповеднике животных, как крупных млекопитающих, так и птиц. В верховьях Печоры у нас традиционно стойбище больших крупных копытных, вот, которые снегоходами их просто распугивали. Вот. Ранее у нас была причина то, что мы не могли контролировать проезд по Илычу, вот, в связи с тем, что буранник выезжал в стороне от кордона. В этом году мы это все дело устранили, и сейчас весь транспорт будет ехать только через кордон, он будет полностью контролируемый, то есть никакого браконьерства, ничего не будет. Вот, и, соответственно, как бы мы таким образом, ну, решаем одним махом сразу же кучу проблем. Речь идет только о зимнем маршруте. Летний же через Усть-Лягу открыть невозможно. От поселка до плато 35 километров. Нет инфраструктуры, даже настилов. Зато есть еще одна радостная новость. Зимний сезон в Печоро-Илыческом заповеднике продлен на месяц. Теперь посещать его можно не с февраля, а с 1 января по 31 марта. В первый месяц зимы снегоходные группы, в феврале к ним добавятся лыжные, а после – в марте и вертолетные туры. Начало приема заявок стартует с 1 ноября. Анастасия Тюрина, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».